Дорогие друзья, уважаемые жители нашего города, вот и подходит к завершению 2021 год. Для каждого из нас он был разным. Для кого-то был он удачным, для кого-то менее, но сегодня с уверенностью можно сказать, что это уже история. История, из которой каждый из нас делал свои выводы, набрался жизненного опыта, поставил какие-то задачи и достиг определенных целей. И, конечно, если у кого-то не вышло что-то в уходящем 2021 году, я уверен, что обязательно в новом 2022 году все цели будут реализованы. Впереди нас ждет, наверное, самый главный праздник. Праздник, который мы с вами с нетерпением ждем. Ждем и верим, что именно в новом году, именно под бой курантов, сбудутся все наши самые главные мечты, сбудутся наши цели. И, конечно же, я верю, что именно так это и произойдет. Хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто добросовестно трудился весь 2021 год на предприятиях и учреждениях нашего города, всем тем, кто делал наш город лучше, краше, комфортнее, всем тем, кто учил наших детей, обеспечивал безопасность. Особые слова признательности и благодарности, конечно же, хочется сказать нашим медикам, которые в сложных условиях, подвергая свою жизнь и здоровье опасности, выполняли свои обязанности, свой долг. Огромное им спасибо и наш низкий земной поклон. Я хочу пожелать всем нам здоровья, счастья, мира, добра нашему замечательному городу с гордым названием Ивангород, дальнейшего процветания и благополучия. С праздником, с наступающим новым 2022 годом!